В Самарской области растет число граждан, кто отметил вековой юбилей. Если в 2017 году таких в регионе проживало 308 человек, то в 2018 уже 350. Почти на 1000 выросло и число жителей, разменявших девятый десяток, более 13,5 тысяч граждан. В правительстве заявляют, такие результаты стали возможны благодаря совершенствованию медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья.